Будем записывать видео про такси. У нас герой, которого вы можете узнать, которого вы уже, я уверен, видели. И сейчас мы будем опять задавать у него вопросы, потому что действительно у него жизнь меняется, и она его у него меняется в лучшую сторону. Героя нашего зовут Кайрат, и сейчас мы будем про него записывать ролик. Кайрат, привет, привет. Кайрат, я смотрю, ты поменял свой образ. Да? Ну что, ребята, узнаете Кайрата? Кайрат уже у нас снимался в одном ролике. Мы ходили в гости к Кайрату и записывали видео про его жилье. Сейчас Кайрат работает в такси, правильно? Да, да. Кайрат работает в такси, Кайрат масочку надел, я тоже немножко спрячусь, потому что на самом деле, да, режим масочный никто не отменял. Ну что, может, давай тогда мы сядем в машину, и ты немножко расскажешь нам про то, как ты работаешь, сколько зарабатываешь на новом месте, и что вообще у тебя поменялось в жизни. Хорошо, давайте. А идем в машину. Кайрат, я вижу, у тебя много изменений, не только в имидже, да? Молодец. Да, и в плане твоей работы. Еще из предыдущего видео я помню, ты говорил, что хочешь путешествовать. Рассказывай, что у тебя поменялось, получилось ли попутешествовать, когда поедешь там в первое путешествие, если еще не поехал. И продолжаешь ли ты работать на той работе, по которой ты приехал к нам? Да, на самом деле я сейчас продолжаю работать по контракту, но еще нашел себе такую вот подработку, арендовал машину и сейчас таксую через приложение Uber. На самом деле это легко, зарегистрироваться там буквально день максимум, два. Польский язык не надо еще? Насчет польского языка, да нет, особо не нужно, потому что все люди, которые используют такие приложения, как Uber, там, не знаю, всякие токсичные приложения, они на самом деле все уже говорят на английском, и знания базового английского достаточно. То есть твои права, у тебя права твоей страны, где ты родился, правильно? Да, да. И они подходят? Да, они подходят, но я уже подался на права польские, и в течение 2 месяцев мне должны выдать новые польские права. Хорошо, скажи, пожалуйста, про аренду машины. У кого ты это берешь? Сколько ты за это платишь? Аренда машины, на самом деле, это тоже достаточно несложный процесс. Есть очень много сообществ в Телеграме, ВКонтакте, где люди выдают либо свои машины, либо у них есть какая-то компания, через которую они могут вот так вот в аренду машины давать. И на самом деле оплата не такая уж и дорогая, в принципе, нормальная. Сколько ты платишь? 70? 500 злотых в неделю плачу, но это себя окупает, если таксовать. И помимо таксования можно еще куда-то съездить, например, на этой же машине. Да, да, да. Например, мы вот с друзьями съездили где-то 2 недели назад в Закопанск. Я хотел только что сказать, сюда у меня тоже приятель работает в такси, и он тоже на арендованной машине. Вот они на позапрошлой неделе ездили тоже вот в Закопанск и катались на лыжах. Класс. А скажи, пожалуйста, как у тебя получается совмещать с твоей работой в плане, не устаешь ли? И ты планируешь переходить на эту работу или же будешь оставаться на той, по которой приехал? Насчет оставаться на той работе, я сейчас пока думаю, но больше склоняюсь к ответу, то что я бы продолжил все-таки таксовать на Uber, потому что это, во-первых, комфортно, во-вторых, работаешь по свободному графику. Когда захотел, тогда и вышел работать. Насчет заработной платы могу сказать то, что если обычный рабочий день работать и, скажем, 5 дней в неделю работать, то примерно выходит даже больше, чем на той работе. Вот приложение Uber, через которое я работаю в такси. Как видно, здесь карта Варшавы, зоны, где чаще всего спрос идет. Нажимаем Go.
На данный момент он просит меня сфотографировать себя. И здесь то, что я помыл руки, все такое. Сфотографировать себя, свое лицо в маске. Все, готов ехать. Нажимаем кнопочку Go, ухожу в онлайн. И, в принципе, все. Ждем заказ. А, хотел спросить, как долго ждать заказ? А, вот уже заказ. Принимаем. Какая-то Анна. Отлично. Все, мы желаем тебе, Кайрат, хорошей работы. Спасибо большое, что ты согласился нам это все рассказать. Хорошего тебе дня. И если какие-то вопросы у тебя есть, ты всегда можешь нам писать, ты это знаешь. Спасибо, спасибо вам. Все, пока, хорошего тебе дня. И вам, пока, до свидания. Пока. На примере Кайрата, который, с которым мы сейчас встретились уже не в первый раз, вы можете увидеть, что за столь короткий период времени вы можете поменять свою жизнь в лучшую, что вакансии, которые мы подбираем для вас, очень актуальны. Вы можете там зарабатывать хорошие деньги, наши ребята зарабатывают там хорошие деньги, но еще у вас есть свободное время, и вы можете это время тратить с огромной пользой. Вы можете учиться, вы можете искать дополнительный заработок, как наши герои, и мы очень рады, что мы можем вам помогать. Так что поскорее не затягивайте, пишите нам в директ, переходите на наш сайт, оставляйте нам заявки. Пишите наши менеджеры, мессенджеры, и мы с радостью, наши менеджеры, с вами свяжемся, подберем вам хорошие вакансии, отправим в Польшу на работу, ну или в другие страны, которые вам будут интересны. Всем пока, с вами Антон, HR On Group, до новых встреч, друзья!